200 зеленых насаждений появилось вдоль новой трассы, соединяющей Юго-Восток и Майкудук. Сегодня, в преддверии Дня первого президента, аким города вместе со студентами и отрядом «Жасыл-Ель» высадили саженцы молоденьких елей. Несмотря на сильный мороз, процесс озеленения прошел успешно. Трассу Юго-Восток-Майкудук открыли недавно. Сегодня голую степь засадили 200 деревьями. В акции по посадке молодых хвойных приняли участие студенты и отряды «Жасыл-Ель». Вместе с молодежью за лопату взялся и аким города Мирам Смагулов. Зимняя посадка деревьев посвящается дню первого президента. Как вы знаете, впервые в этом году празднуется День первого президента. И очень отрадно то, что в этом мероприятии участвует молодежь. Они уже сегодня нам пообещали, что это мероприятие будет проходить ежегодно. И как молодежь говорит, мы говорим вместе с нашим лидером, нашим президентом. Сам глава шахтерской столицы признался, что посадка деревьев – его любимое занятие. В жизни я сажал очень много деревьев. Я сажаю ежегодно деревья. Я считаю, это должен делать каждый человек. Надо не только посадить, надо его еще и вырастить. Самое трудное – его вырастить. Саженцы районированные, выращены в карагандинском питомнике. Потому, говорят жасыл-елевцы, такое дерево обязательно приживется. Стоимость хвойных от 5 до 6 тысяч тенге за саженец. Всего до конца года вдоль новой трассы высадят 1200 молоденьких елей. А весной здесь посадят еще и саженцы тополей. Сажать деревья – значит сеять добро. Знак, хороший знак – верим в свое будущее, просто делаем добрые дела. Всех поздравляю с праздником. Вместе с лидером за сильный Казахстан! Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.